Где найти бонус челлендж, спросите вы, дорогие друзья? А я вам отвечу. Здорово, с вами снова дядя Андрей, и в общем сегодня мы затронем тему бонус челленджа. Как вы знаете, на США у нас есть небольшие проблемы, неполадки, а точнее его там на самом деле нету, как отвечают разработчики, но он там есть, и вы можете играть классические матчи, но тогда вы играть не можете. Да и вообще, в магазине купить вообще ничего не можете, и у многих вообще просто магазин не загружает. Но это и слава богу, потому что вам награды, естественно, не придут, если вы там что-то купите. Я вам все-таки и скажу рабочий сервер, потому что вам он нужен, да и вообще, как бы я, возможно, сам потом на него перейду, там реально бывает много, очень много хороших, вкусных плюшек, акций, ну и так далее, ивентов тоже в том числе. Но вы, кстати, не забудьте, пожалуйста, поставить лайкосик и подписаться, если вдруг не подписаны, ну и комментарий тоже с вас. В общем, мы продолжаем. Что вам нужно? Вам всего-то лишь нужно скачать VPN, там, где у вас будет работать VPN Livia. То есть вы сможете спокойно сменить сервер, зайти в настройки, пролистать вниз, сменить регион, в основном, если что. То вы там просто выбираете сменить регион, там сразу же высвечивается Livia, если у вас активирован VPN Livia. Если этот VPN бракованный, то, естественно, у вас ничего не будет, там будет какая-нибудь Украина стоять, как это было у меня. О да, кстати, насчет Ливи я... Насчет, точнее, меня, не насчет Ливи, насчет меня, потому что я хотел сменить сервер на Ливи, но я решил забрать 3 пользовательских ящика на Сингапуре. Ну, я, кстати, не разочаровался, надеюсь, вы знаете, что мне выпало, но если не знаете, то видео находите, там я все рассказываю. В общем, просто переходите на Ливию и играйте. Там, по-моему, тоже, кстати, работает ТДМочка, я знаю точно, что там работает магазин прям безотказно, работает классический режим безотказно. А вот насчет ТДМ не знаю, я думаю, ТДМ у нас тоже там работает, потому что раз уж там есть бонус челлендж, то и ТДМ там, естественно, работает. Поэтому переходите обязательно и собирайте, забирайте все свои топовые награды и ЮЦшки. Приятного аппетита! С вами был дядя Андрей, как обычно. До новых встреч, пока!